Надо же просто учитывать то, что при Ежове, вот в годы большого террора, тех самых массовых операций НКВД, было арестовано свыше 1500 миллионов человек. А из них... Полторы тысячи миллионов ага. было арестовано с июля 1937 года по ноябрь 1938. Пока что есть массовые. Цифры. Да, по 100 тысяч человек в месяц примерно. Из них расстреляно. Это тоже подтверждено? Конечно, это подтверждено. Просто после каждой передачи нам же пишут, что вы все врете. Ну, я понимаю, люди могут врать, но пусть они тогда читают вот те документы, которые были изданы в, хотя бы в Международном фонде демократии, полторы в Роспыль. Полторы тысячи миллионов арестованных? Да, полторы Фантастик. Тысячи миллионов арестованных. Вы слышали? Нет, вы только вдумайтесь. Вы только вдумайтесь. Это же на полном серьезе. А какая амбиция? Документы, пожалуйста. Конечно. А как вы думаете? Да что вы говорите? Ой-ой-ой-ой. 1500 миллионов человек. Ой-ой-ой-ой-ой. Интересно, приходит мне в голову, что это вообще-то, грамотно сказать 1,5 миллиарда? Ну, допустим, это такая арифметическая форма математическая, которой близки госпоже Болтянской и господину Петрову. Но, хорошо, приняли это за веру. 1,5 миллиарда. 1,5 миллиарда погибло, репрессировано. Да? Да, конечно. Есть документы? Конечно, есть документы. Блин, оладьи, вы хоть вообще включите мозг-то? Какие 1,5 миллиарда? В стране жило 134 миллиона человек в это время вообще. Какие 1,5 миллиарда? Вы чего гоните? Вы чего гоните?